говоря, сложновато, но что сделаешь? Для всех условия были абсолютно одинаковые, поэтому для нас сложно, для соперника тоже сложно. На первый план, естественно, вышла борьба. И, наверное, мы больше хотели, больше агрессии приложили. Ну и конечно, не буду лукавить, удаление сыграло нам на руку, поэтому победили. Так как понимали, во-первых, Сочи очень хорошая команда с хорошим исполнителем и тренером. И перед матчем я уже говорил, что это будет крайний матч в этом году при наших болельщиках. Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться победы и уйти с хорошим настроением. Поэтому всех тех хочу поблагодарить болельщиков, которые в эту нефутбольную погоду пришли нас и поддержали. Большое им спасибо. И надеюсь, что мы их порадовали сегодняшней победой.